34 минуты первого по Киеву, 19 июля 2020 года, МКС. Прореха в облаках. О, на фоне, не знаю, была видна звезда. Или нет. Сейчас будем угадывать траекторию и наводиться. Но в принципе МКС на фоне Марса должен был пролететь. Но такие облака у нас. Вчера я снял хорошо, он рядышком прошел. Сегодня на это шанса я не вижу. Все, даже Марса не вижу. Вон он. Пау! 27 тысяч километров в час шурует хлопчик. Почти 8 километров в секунду. Жужжание-то я зумирую. Да, вот только что я в комментариях читал. Кто-то пишет, в Израиле сегодня, то есть вчера в 10 вечера. О, на фоне звезды, смотри, как четко. Около 10 вечера какая-то яркая звезда проносилась. Ну, вот это же он и есть, МКС. Спутать его практически не в чем. Я вам пропал. Все, да. Шел в закат, но в нашем случае в рассвет. Да, а это вовсе не шкаф, а это вовсе и вокзал. Вот наш МКС. Это что было до этого, это был не он. Вот тебе классная получилась лекция про то, что МКС не с чем спутать. Вон он полетел, ух ты. Резвенький ты наш, оставил камеру, ждем, пока влетит в кадр. Если не промахнулись, конечно. Ага, вот он. Остановился, ждем. Вот он, красавец наш. А что же это был за спутник тогда? Ну, видно, как он краснеет. Там как раз в облака входит. Все, ушел. А, может, он в тень земли ушел. Чудесно. Медведицу видно, большую комету на Вася. Не видно. Так у нас даже два спутника получилось, да? Хорошо. Сейчас снимем Юпитер с Сатурном и отправимся домой. Дожидаться хорошей утренней погоды, надеюсь. Слева Сатурн, справа Юпитер. Так это у нас Ганимед влезает в кадр. Вернее, в кадре уже находится. Теперь пошел. Странно, а где ж за Ганимедом должна была быть Европа?
Слева от Юпитера уже Ио. И замыкает этот парадик, мини-парадик Каллиста. Так, где наша резкость? Ну, раз, два, где же еще? Спряталась, что ли, уже за Юпитер? Не вижу четвертого спутника. При меньших увеличениях, то ну не может он быть намного дальше, так. Значит, да, получается, Ганимед у нас, а Европа спряталась за Юпитером. Ну или куда-то в тень попала. Юпитера. Ну, учитывая, что Юпитер в оппозиции, 14 числа был. Попасть в тень можно там только за Юпитер. Колечко, кольцо вокруг Сатурна. Да. Что тут скажешь? Ну, погоду выбирать не приходится. Облачно есть облачно, никуда не денешься. Марса не видно. Большую медведицу видно, как я и сказал. Она как раз в прорехе облаков. А вот кометы никак. Лоби. Подождем.